можем записать этот матч в актив, потому что очень хорошие были подходы и в первый тайм, и во втором. И, ну, надо учесть, что во втором тайме ребята вообще играли против ветра, получается. Ветер сильный и, конечно, коррективы внес. Но выходили здорово из обороны в атаку. Просто если в первом тайме у ребят в атаке получалось, потому что мы играли по ветру, то во втором тайме не хватало последнего паса. Ну, если мяч верхом как бы поднимали, он его сдувает. А так здорово играли, здорово перестраивались, очень организованно, и я очень доволен сбором. Болельщики очень интересуются по поводу Мастернова, Коряна, Бучнева и Микушина. Что скажете про них? Ну, как по отдельности, если там Корян почувствовал недомогание, у него там какая-то, почувствовал натяжение мышцы задней, дали отдохнуть. Но мастер голеностоп получил еще в Сочи травму, то есть он восстанавливается. Бучнев тоже побаливает икра, но он вроде как бы тренируется, мы с ним поговорили, вот как можешь, не можешь, сказал, что пока нет. По Микушину у него тоже было некое там... приводящая мышца побаливала, но его мы как бы принципиально бережем, потому что парень вообще получается без выходных, он же после нас сейчас едет на сбору, на сборы за сборную. Парень молодой, прошел очень тяжелую нагрузку, поэтому надо подумать о том, чтобы он там, я не думаю, что там, я не знаю, что там, что будет происходить на сборах у них там, сборной. Но посчитали с тренерским составом, что поехать он должен более-менее свежим. Завтра уже последний день в Турции, подведите как такой итог. Как оцените работу команды в целом? Еще раз повторяюсь, очень положительно оценю, потому что очень понравилось именно содержание всех игр. Видно, как, что ребята хотят. Не все, конечно, получается, но получаться и не может. Вот. Но я думаю, что мы на определенный уровень вышли. Такой у нас теперь такой физический, эмоциональный, и в плане организации мы стали сильнее. И какие планы на предстоящий сбор? Ну, завтра летим в Москву ночью, там каждый будет добираться, ну, там, где он живет, куда хочет. А потом собираемся на Кипре, и на Кипре как раз уже будет такой игровой сбор, уже будем играть по 90 минут, игр там достаточно, будет турнир. Ну, будем выходить уже на такой, на пик формы будем перед чемпионатом.